Соблюдением мер безопасности программа «Комфортная городская среда» в Десногорске идет согласно графику. В этом году ремонт проходит на 4 дворовых территориях. Первый микрорайон дом 12, второй микрорайон дом 2, дом 18 и дом 7. На 3 территориях работы уже ведутся полным ходом. Подготовительные работы на доме 2 микрорайона доме 18 и на первом микрорайоне дом 12 уже выполнены. В этом же году отремонтируют и пешеходный участок в 3-м микрорайоне между 3-й и 4-й школами и детскими садами. К общественной территории подрядчик готов приступить уже на следующей неделе.